Ребята, всем привет! Я бы хотела сделать ревью отеля Grand Aston Varadero, так как в интернете я не нашла никаких отзывов об этом отеле, когда мы сами его выбирали, потому что это новый отель с новым ремонтом. И буквально недавно был Grand Opening, и где-то через неделю мы туда заехали. Это наша ванная комната, как видите, она очень большая, есть фен, даже весы есть, полотенчики чистые, их меняют каждый день. Если вы попросите, мы оставляли чаевые, просили их менять полотенчики, они нам их меняли. Есть шампунь и гель для душа, кондиционера нету, зубной пасты и щетки тоже нету, несмотря на то, что это пятизвездочный отель, но для Кубы это нормально, так что привозите с собой. Огромный большой вместительный шкаф. Есть вешалки, утюг, гладильная доска, сейф. С собой рекомендация привозить 1-долларовые купюры, потому что они это самая ценная для них валюта, доллары. Своя собственная валюта у них не ценится, евро тоже не особо ценится, больше всего ценятся американские доллары. Как видите, ремонт очень светлый, чистый, приятный, кровать тоже чистая, очень удобная была, комфортная. Комод, кофемашина, кофе они оставляют каждый день для вас, и воду тоже каждый день оставляют. Розетки у них подходят как наши, так и американские и канадские. Мы туда прилетели из Канады. Самое лучшее в этих номерах, конечно же, это вид на океан и на бассейн. Балкон очень большой, мы там проводили дни, вечера, очень приятно было там посидеть. С погодой нам не очень повезло, именно в эту неделю, когда мы там были, были ветра. Но все равно мы насладились нашим отпуском в этом отеле. Еда была тоже вкусная, разнообразная. Завтраки слабоватые, но обеды и ужины очень разнообразные и вкусные. Также там есть рестораны, которые вы также можете посещать.